Мысли ласкают живот, порождая мечты. На фон горящих окон себя открыл мне ты. Нежный яркий цветок, нетронутый как дитя. Наивная на любовь, солнечная вся. И в этой комнате огонь. Всем привет, народ. Сегодня снимем обзорчик маленький, обещанный от меня. Приобрели вот такую штуку, как вы видели, да? Я ее постановил, правда, устанавливал сам. Стоит она, что я не помню, по цене в районе 10 тысяч. 9 с чем-то. Где-то я там 600 рублей выиграл. Ну, не факт. Заявлено то, что она должна, короче, чуть ли не в 3 раза усиливать сигнал. Как вы помните по обзорам, что он у меня в городе летал там максимум 300-400 метров я улетал. Вот. Сейчас посмотрим. Вот здесь мы приехали, в Северном Бору. Здесь вроде помех особо нет, кроме вот этой магнитной штуки. Сейчас увидим, насколько он полетит. В сторону Крылатского сейчас дуванем газку. Мне просто интересно, я летал, сейчас ездил в Питере, попробовал в море улететь. Он улетел на 1300 метров. Как бы сигнал пропадал, появлялся, я чуть поднимался, он опять появлялся. И как я дальше не полетел, потому что сильный ветер, вот там Балтика, там очень сильно дует ветер. Я развернулся, улетел. Здесь вроде сейчас ветра особо нету. Сейчас подождем. Вот мне непонятная вещь, я не знаю, с чем это связано. Сигнал, он то красный, а то пропадает, то это появляется на полную. Может, в пульте что-то не то, не знаю. Что, погнали? Кирюк, сейчас это... Двести метров пока улетели. Большой ветер, пишет. Сильный ветер. Вот, уже пропадает сигнал. Вот с чем это связано, ребята? Ну, давайте поднимемся. Метров до 200. Вот я улетел, смотрите, 350 метров, контроллер сигнал. То есть мы сейчас попробуем на него, вот я повернул в его сторону. Типа говорят, что она направлена, эта антенна. Мы сейчас посмотрим. Давайте по гребному каналу я сейчас поверну. Что он не поворачивает. Медленно, медленно. Пока 600 метров уже пропадает сигнал. Иногда поднимемся еще метров на 200. Ветер большой, но у меня аккумулятор целый, так что у нас еще в запасе минут, пишет 15 минут, 13 минут. Что-то время, заряд аккумулятора очень быстро. А, сейчас 14 опять пишет. Понятно, как он. Ну, нормально, что, 800 метров уже. Я здесь улетал без этого усилителя, улетал я здесь на 350, что ли, 400 метров. И все, сигнал начинал теряться. Поднял на 260 метров. Надо просто держать туда, в эту сторону, антенну. Километр взяли. Ну, в городе это прилично, ребята, нормально. В городе километр на фантоме. Я почти к Крылатскому мосту улетел, да, получается? Так, картинка, конечно, в Укуровске. Ты еще широкий угол поставил, да? Вот я, наверное, из-за того, что я поднялся, видите, сигнал стабильно идет. Кило 300 уже, так начинает пропадать сигнал, поднимаемся еще выше. Давай до 300 поднимемся. Самолетов там нету, по-моему. 300 метров, полтора километра почти, километр 400. Ну, полтора километра улетел, красавчик, смотрите. Сигнал стабильный причем. Вернуться главное нам успеть. Но мы туда против ветра идем, я, ну, судя по скорости, 40 километров. Кило 600, ребята, в городе. Реально тащит. Ну, это я вам скажу, уже, блин, нормальная заявка на победу. Начинает пропадать сигнал. Давай еще поднимемся чуть-чуть. Опять появился сигнал. Идем дальше. Крылатский мост уже. Все, вот сейчас начинает теряться кило 800. Ну, уже прилично, да. Нет, опять появился сигнал. Давайте дальше. Вернуться бы успели. 2 километра возьмем, нет? Я раньше, напомню, я 2 километра брал только за городом. Опять появился сигнал. 340 метров высота, 2 километра есть. Все, начинает опять теряться. Ну, пойдем до конца, если еще он вернется, я надеюсь.
Давай еще поднимемся чуть-чуть. Все, картинка начинает теряться. Ну, 2 километра 200 почти. О, опять появился, смотри. Давай дальше попробуем. Идет. 2 200. Слушайте, ну уже, ребят, ну 2 300 в городе, это круто. Я вам скажу, сигнал, как вы видите, отличный. Я просто развернусь, потому что я боюсь, вдруг мы... Ну, короче, 2 километра 300. Я взял, нажал второй раз на кнопку сигнал. Но он сейчас сам сигнал, я надеюсь, должен появиться опять сигнал. Ну, короче, 2 километра 300, это круто. Надеюсь, что он вернется. Поверь,